Они просят в виде исключения все-таки выполнить это решение Народного собрания Гагаузии о том, чтобы мы дали деньги больнице. Мы финансируемся с разных бюджетов. Они объясняют, что люди не получают заработную плату в больнице более 3 месяцев, что ситуация там накалена. До сегодняшнего дня Волконежская больница не включила отопление. Вот к чему привело противостояние Народного собрания Гагаузии, когда они не согласились с тем, что председатель района не справляется со своими обязанностями, его надо снять с должности. А сейчас страдают те люди. Больница – это непосредственно ответственность председателя района. Хорошо в больнице – председатель района работает. Плохо в больнице – председатель района непонятно чем занимается.